Случалось ли, что вы отказывались продавать оружие кому-нибудь? Я гуманист. Стараюсь не судить людей. Может, ты попробуешь? Я не могу торговать оружием. Ерунда, Рубен. У тебя есть все необходимые навыки. Даже лучше, чем у меня. Ты умен, находчив, умеешь продавать. Развел же меня на это дурацкое интервью. О, чувак, все остальное просто бумажная работа. Я хотел сказать, что не смогу психологически продавать оружие. Я говорю о фактах, а ты о теории. Ты не добрый человек, Робан. Просто тебе повезло, что судьба не заставила тебя быть злым. Когда прижмет, человек делает то, что может, а не то, что хочет. Но верить можешь то, во что хочешь. С возвращением. Вернулся. Повезло? Бантувы будет доволен, сужу по себе. Приятно иметь с тобой дело. Вовремя, пора о деле поговорить. Дело вот в чем. Тебе нужно новое оружие, мне нужно новое оружие. С юго-запада скоро пойдет колонна с оружием. Если ее перехватить, освободится новая продукция для меня. Ты понял? А ты дальновиден. Видел тут пацана на обочине вчера. Сколько ему лет? 18? 17? У него был при себе обрез. Рядом головой в канаве лежал мертвый СНС-овец. Получил несколько зарядов 12-го калибра в упор. Парень держал бойца за ногу, ботинки снимал. Выглядел усталым, побитым, оборванным, старым. Дети в таком возрасте не так должны выглядеть.
Что за дела тебе сюда привели? Могу лишь догадываться. Рад тебя видеть. Только не говори, что ты нашел новые пленки. Ты меня никогда не подводишь. Хотел бы я отплатить тебе, как полагается, но моя валюта — информация. Обещаю делиться с тобой всеми новостями. Ходят слухи, что-то меняется. Все это чувствуют. Никто пока не знает, в чем дело, но скоро случится что-то очень важное. В этом я уверен. Я в переплет попал. Будь начеку, изменения произойдут очень быстро. Есть тут один ублюдок. Хочет мое доброе имя опорочить, сука наглая. Он, падла, по радио клеветать собрался. Нет, не выйдет. На войне и действовать надо по-военному. Не хочешь разрушить для меня радиостанцию? Будем. Верный друг. А вот наш великий охотник. Охотник с добычей? Конечно, с добычей. Вот и перелистнулась страница в книге о Фрэнке Билдерсе.
Что за дела тебе сюда привели? Могу лишь догадываться. Помощь нужна, ты как? Один из моих дружков бывших скрылся и меня кинул как следует. Мы толкали снарягу через политех, а друг мой решил напрямую двинуть в город и заграбастать побольше. Вот козел. Он свой товар хранит в одном из зданий политеха. Может, ты туда проберешься и весточку ему оставишь? Тут его дружки должны быть. Будь готов, если надо, в голову им наше послание вбить. Я ни в чем не уверен. Напали на нас! Что за дела тебе сюда привели? Могу лишь догадываться. А вот и наш подонок. Ты все нашел? Здорово! Надеюсь, оно у него из задницы вышло. Так держать, малыш. Я здесь. Хорошо, что ты здесь. У меня проблема. Деревню Дагон осматривает представитель СНС. Я хочу его остановить. Там есть вещи, которые он видеть не должен. Он ходит по деревне с одним из охранников. Я надеюсь, что ты пойдешь туда и все для меня уладишь. О, спасибо. Ты даже не представляешь, как это много значит. Итак, он мертв? Меня сейчас тошнит. Мне нужно побыть одной. Я хочу с тобой поговорить. Иные люди обожают войну, живут ею. В аэропорт сегодня прибудет один тип, торговец оружием. Он здесь, разумеется, на заработках. Он стервятник. Они все такие. Они не имеют права. Это не он здесь рожается. Мы. Нам должна идти прибыль. Он будет ждать рейса возле аэропорта. Не сделаешь мне одолжение? Проезжая мимо, снеси ему башку. Терпеть их не могу. Понимаешь? Ты не торгуй, ты стреляй, а потом уже нос вороти. Привет. Вернулся. Можно радоваться. Он был там, перед аэропортом? Хотела бы я взглянуть ему в лицо, когда ты его застрелил. Таким, как мы с тобой, надо держаться вместе.
самолет. Ты не хочешь подработать? Мне нужен портфель с насосной станции. В нем хранятся бухгалтерские данные. Скучно и жутко. Я чувствую, что меня обманывают, но пока не увижу портфель, точно узнать не смогу. Знал, что на тебя можно рассчитывать. Вернулся. Долго тебя не было. Портфель у тебя. Хорошо, это хорошо. Не теряйся. Поговорим. У меня плохие новости. У Тамбоса был брат, а кто-то его взял и убил. Парень, который это сделал, взял в доказательство трофей. Бантуви хочет его забрать. Есть же больные люди на свете. Если доставим этот трофей, у нас будет новый союзник. А трофей лежит в коробке Уилли Голля. Будешь курьером? Жизнь — штука странная. Молчи. Ты нашел ящик? Надеюсь, ты внутрь не смотрел. Приятно иметь с тобой дело. Что за дела тебе сюда привели? Могу лишь догадываться. Не думал, что увижу сегодня твой скорбный лик. Эй, новости есть. Тут есть один парень с целой кучей паспортов. С сотнями. Они приносят много денег, ведь все хотят отсюда смыться. Это редкий мерзавец. Он не заслуживает больших денег. Мне нужен тот, кто отправится в туристическую деревню, найдет чемодан и уничтожит его. Согласишься? Круто. Ничего так я мужика сделал. Вернешься, я буду здесь.
рад тебя видеть. Вот черт. Что случилось? Находить чемодан? Это очень хорошие новости. Хорошо.